В Якутске задержан мужчина, подозреваемый в совершении 15 краж из частных домов. Полицейскими МУМВД России Якутская в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 42-летний уроженец Ленского района, подозреваемый в совершении серии краж из частных домов. Его причастность установлена по 15 фактам краж, общий ущерб по которым составил более 1 миллиона рублей. Подозреваемый проникал в жилище, взломав окна и дверные замки. Из домов потерпевших он похищал практически все – ювелирные изделия, технику, денежные средства, вплоть до мебели и радиаторов отопления. Из частного дома, находящегося по Покровскому тракту, злоумышленник вынес всю мебель, кровать, столы, шкафы, а также радиаторы. Выяснилось, что в отдельных случаях потерпевшие значительно облегчали ему совершение краж, ничем не обезопасив свое имущество. Так, проникли. Она, как-то я ее, там вот на ступеньку стоишь, там можно открыть. Вот на эти два полена, да? Ага. Видимо, они для этого тут состоят. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенного имущества изъята.